Ну что, друзья, сегодня я пробую не только новые щитки, блин, с ловушкой, но и первый раз попробую играть в наколенниках, профессиональных наколенниках от Bauer. Интересно то, что подвижность в них очень хорошая, они очень легкие. Посмотрим, как это скажется. Скажу сразу, что одевать их нужно, научиться будет. Нужно будет научиться их подстраивать под себя. Потому что, как покажет время, я не совсем умею их одевать, не совсем правильно одел. Они немножечко во время тренировки, а сегодня у меня именно тренировка, сползли и причиняли мне неудобства. Левая коленка вообще опустилась сильно, я натер колено. А с правой стороны немножко опустилась и лямка давила на связку с правой стороны. С внешней стороны голени, бедра. Даже скорее бедра. Вот, поэтому совсем нужно знакомиться, до всего доходить самостоятельно. Сложно найти где-то информацию о том, как правильно одевать наколенники. Да и не очень много информации, вообще, честно говоря, русскоязычной. Для хоккейных вратарей. Форма, конечно, понравилась. Скажу заранее, я остался доволен. Очень легкая, при этом защита увеличена. Особенно меня порадовала ловушка. Защищены пальцы, когда ловушка закрыта, и если, не дай бог, попадет шайба с внешней стороны. И внутренняя часть ловушки укреплена миклином настолько, что действительно не страшно ловить шайбу, летящую на сумасшедшей скорости, так как все вы, воротчики, знаете, что это бывает очень больно, неприятно, если ловишь шайбу не сеткой, а именно ладонью. А такое случается и случается часто. Вот такие пока фишки, которые мне понравились. Сам щиток очень интересен. Я, повторюсь, никогда не играл в современных щитках, современной технологии. Совершенно другие крепления. И тоже нужно будет еще, наверное, мне 1-2 игры, чтобы определиться, насколько туго мне нужно затягивать каждый из ремней. Ну, с ремнем нижним все понятно. Я люблю его затягивать не очень сильно. В принципе, на всех моделях. А вот два ремня голеностопных и коленный ремень нужно будет еще поэкспериментировать, где и как. А как вы увидите позже, на левой ноге я вообще один ремень забыл застегнуть, либо плохо его застегнул, он расстегнулся. Форма, помимо того, что легкая, имеет новые материалы, и скользить на ней по льду очень комфортно. Также, что понравилось, когда опускаешь оба колена на лед, то щиток прижимается всей плоскостью ко льду. К сожалению, в
предыдущих моделях, ну, скорее всего, это зависит тоже и от меня, я не мог полностью во всех ситуациях опустить полностью щиток на лед. Верхняя часть немножечко была приподнята. Но, повторюсь, возможно, это из-за недостаточности растяжки, либо из-за каких-то других моих антропометрических характеристик. Немножечко долго одевался, ну, сами понимаете, новая форма. Обычно мне хватает, если не спеша, 10-12 минут полностью одеться. Но я уже привык, знаю уже каждую дырку на ремне, куда вставлять, где крепить, как крепить, насколько туго. Вот, ну, сегодня немножечко поэкспериментируем. Проще одевать, конечно, то уже к чему привык. Люблю свой нагрудник и шорты. Мне пошили их здесь, в Штатах, по спецзаказу. Точно так же, как Миклин изготовил мне по спецзаказу щитки и блин с ловушкой. Сегодня будем все это опробовать. Пишите в комментариях, кто как одевает панцирь на шорты, под шорты, пользуется ли подтяжками, потому что я заметил, что все вратари одеваются по-своему, по-разному. И мне интересно ваше мнение, ваш опыт, как вы одеваетесь и почему. Если не сложно, пишите в комментариях. Да, несмотря на то, что форма новая, но все равно со стороны всегда на себя смотрю и думаю, как же я играю, как же мы выигрываем, как же мы уже 3 раза выигрывали кубок. Потому что со стороны я, конечно, смотрюсь неповоротливым мешком. Хотя мне кажется, ребята, что двигаюсь я очень быстро и легко. Но со стороны, конечно, виднее, и поэтому я люблю смотреть свои ролики, смотреть на себя со стороны, понимать, где какая ошибка. Видите, на левой ноге болтается ремень. Скорее всего, я его просто забыл застегнуть. Это тоже нехорошо. Всегда проверяйте, насколько качественно вы одеваете свою экипировку. Это не только скажется на качестве игры, но, как вы и понимаете, это сказывается на безопасности. Я прихожу тренироваться к профессиональным вратарям. Здесь у нас очень хорошо все это поставлено, практически на каждом катке. Сейчас я спрашиваю, в какой позиции лучше держать блин с ловушкой. Ловушку, говорят, лучше держать в средней позиции, слегка ближе к низу, потому что легче будет реагировать на любой бросок, верхний, нижний. И, как показывает практика, и вы уже, наверное, это знаете, кто не знает, прислушайтесь к чужому опыту, руку опускать вниз почему-то гораздо сложнее, чем вскинуть ее вверх. Поэтому следите за тем, чтобы ваши локти всегда были прижаты. И не забывайте о том, что вскинуть ловушку вверх быстрее, чем опустить ее к низу. Всегда старайтесь быть где-то в средней позиции, но чуть-чуть, немножечко опускайте ловушку к низу. Также я 3-й раз одел новые коньки. Ноги жгут. Первую игру вообще было тяжело. Почти что всю игру, только в 3-м периоде ноги немножко отошли. Во 2-ю игру уже 1-й период только было тяжело. Сегодня гораздо легче было. Но, как вы понимаете, новые коньки, все-таки новые коньки, привыкать к ним нужно. Но данная новая модель мне очень понравилась. Повторюсь, в Америке почему-то не формируют коньки. И если в России практически везде, когда вы покупаете коньки, вам их отформируют, если вы хотите, отформуют, как правильнее сказать. Здесь нет печек, здесь все используют просто практику, играя, пока ноги не привыкнут к конькам. Но нужно сказать, что они тоже все равно со временем, современные модели коньков, облегают ноги и становится гораздо легче уже
играть, двигаться. И у всех это происходит по-разному. Я думаю, мне еще пару игр, и ноги совершенно уже привыкнут к новым конькам. Так что первые две игры, первые периоды я играл через сильную боль в ступнях. И боль не такая, что там болят мышцы или кости, а именно как будто кровь мне поступает к ногам. Ну, все, кто играл в новых коньках, знают, что это такое. Все знают, что тренироваться тяжелее, чем играть. Да, быстро устаешь, но все равно, конечно, по сравнению с тем, как было раньше, сейчас я гораздо меньше устаю, тем более делаю специальные тренировки на выносливость. Уже могу играть две игры подряд, хотя раньше тяжело было даже половину игры отыграть. Кому интересно, смотрите на моем канале, есть специальные тренировки на повышение выносливости. Если многие думают, что выносливость это бег, тренировка сердца, то это полная чушь. Нет, тренировка на выносливость это тренировка мышц. Специальная тренировка мышц на то, чтобы в них было много митохондрий. Это все научно доказано, давно уже и опробовано на себе. Действительно, когда тренируешься на то, чтобы твои мышцы были преимущественно окислительными, мышцы не закисляются, нет отдышки. Общая утомляемость, конечно, она появляется всегда, но именно вот то понятие выносливости – это тренировка, специальная тренировка, специальными упражнениями, выполняемыми в специальных сериях. Повторюсь, есть на моем канале видео, оно так и называется, «Выносливость». Посмотрите, за 2 месяца тренировок любой человек может выйти на пик, на максимальный пик выносливости своего организма. И дальше пытаться уже повышать этот пик. Обязательно отрабатывайте все на льду. Если у вас нет возможности посещать специализированные тренировки для вратарей, то когда вы ходите на лед, неважно, это игра или это тренировочная игра, отрабатывайте движения так, как необходимо, как вы видите это делают профессиональные вратари. Потому что если не отрабатывать движения, они будут всегда получаться корявыми. И обязательно прорабатывайте все движения у себя в голове. Перед тем, как их выполнить, у вас в голове должна быть четкая картина, точное представление, как вы будете это делать. И потом на тренировках, просто когда атака на другие ворота, отрабатывайте эти движения. Любые движения можно отработать и нужно таким образом, если вы не посещаете специальные тренировки. Вот я сейчас вынужден снять наколенник с левой ноги, потому что очень тяжело мне играть стало. Он опустился, сильно натер мне колено. Попробую в следующий раз одеть его по-другому, более крепко его закрепить, что ли. Ну, посмотрим. Достать его тоже из-под щитка не так-то легко. Крепления, липучки современные, очень прочные. И их там 4 штуки, по-моему. Ну ничего, со временем мне это удастся, и я вернусь к тренировке. А полежать сейчас самое время немножечко отдохнуть. Да, ребята, повторюсь, щитки очень легкие. По ощущениям, говорю, как будто мои предыдущие щитки в 2 раза тяжелее. 2 новых щитка весят по ощущениям как 1 старый. И блин, и ловушка тоже очень облегченные, несмотря на то, что они стали более защищенными. Более, особенно ловушка, меньше чувствительна во время приема шайбы. Ну, блин, всегда крепкий я ни разу не встречал, не слышал, чтобы блин кому-нибудь пробивало. Если только это не старый, не разбитый блин. Поэтому следите за тем, чтобы ваша экипировка была в хорошем состоянии, если хотите сохранять здоровье. Мне нравится тренироваться. Я люблю не только играть,
очень люблю тренироваться, потому что тренируясь, ты видишь все свои слабые стороны. А не забывайте, что нам с вами, не профессиональным вратарям, особенно у кого нет возможности брать тренировки специализированные у тренера-вратарей, всему приходится учиться самостоятельно. Мне очень нравится сравнение с фильмом «Крикуны». Помните эти роботы, которые самостоятельно развиваются, эволюционируют? Именно так можно прийти к какой-то более-менее серьезной, к серьезному прогрессу в вашей игре. Если вы не будете анализировать, почему вы пропускаете шайбы, как вы их пропускаете, то вы не будете и расти в плане игровой практики. Вы будете постоянно совершать одни и те же ошибки. Пока я самостоятельно не дошел до того, что руки всегда должны быть прижаты к корпусу, за исключением, если только вы не реагируете уже на бросок, который вынужден вас оторвать блин или ловушку далеко от корпуса, всегда-всегда держите руки ближе к корпусу. Это увеличивает общую площадь вашего тела. Естественно, больший процент площади ворот защищен. Форма не только эффектная, но и эффективная. Действительно, я отыграл в предыдущей модели Миклин почти 7 лет, и она выглядит лучше, чем у многих воротчиков, которые купили форму китайского производства и отыграли чуть больше года. Очень быстро изнашивается. Миклин чем хорош? Тем, что он на высоком профессиональном уровне использует те же технологии, что и Вон, CCM, Bauer. Практически одни и те же материалы от одних и тех же поставщиков. Но в основном вся форма, которую вы можете купить, это китайское производство. Китайцы наверняка используют какие-то заменители, они же всегда находят, как удешевить производство, заменить что-нибудь чем-то. И пусть это даже внешне выглядит совершенно одинаково, через год вы будете сильно разочарованы, насколько устала, убилась ваша форма. Этого не стоит допускать, поэтому покупайте либо Миклин, либо, если вы уверены в том, что можете купить себе хорошего производителя, именно сделано, чтобы было в Штатах или в Канаде. Канадское производство тоже очень хорошее. Но, повторяюсь, Миклин на уровне. Я очень доволен. Уже постоянно играю в Миклине. И всем советую. Ну что, друзья, опробовали мы новую форму. Форма, конечно, просто, я в восторге. Да, нравится? Настолько она легкая, неощутимая. Единственное, настройки я еще не привык, я не играл в новых настройках. Надо подогнать под себя. Здесь коленная стропа, видишь, можно под коленку, а можно вот сюда в бок. Я попробовал, пока еще не понял, где еще как. Ну ничего, в следующий раз более подробно все расскажу отдельно о форме. Следите за новыми выпусками. Короче, тебе понравилось? Yes. Да? Ну ладно. Это был Black Hole. Большая.